Впрочем, у городских властей сегодня появились новые рычаги воздействия на недобросовестных строителей. Об этом шла речь на заседании градостроительного совета при главе Сочи. Речь идет о возвращении функции авторского надзора. Сочинские архитекторы при поддержке мэра Анатолия Пахомова намерены обратиться в правительство страны с предложением вернуть в градостроительный кодекс норму, согласно которой архитекторы обязаны контролировать процесс строительства вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. В Сочи это условие решением главы города будет введено в ближайшее время. Мы хотим, чтобы, значит, города были красивы. Акт ввода в эксплуатацию будет только тогда подписан, когда архитектор, который проект разрабатывал, подпишется под ним. Вот, я думаю, что это мое право, как человека, который подписывает акт ввода. Авторский надзор станет дополнительной защитой и от самовольного строительства, и от неэстетичных объектов. Ведь зачастую застройщики, чтобы получить побольше квадратных метров, искажают первоначальные проекты, лишают их не только авторской индивидуальности, но и необходимых элементов. Теперь с этим будет покончено.